Музыка! Где музыка? Сейчас будет! Ты видел, что там с листиком происходило, нет? Да, да. Прикольно, реально Ростов создан для Валева. Друзья, всем привет, с вами Ростислав, это новый выпуск Баслок. И я нахожусь в Ростове-на-Дону, где мы встретились с Витей, потому что мой Discovery стоит на доработках. А повалить-то хочется, поэтому я сегодня у Вити отжимаю его кадилу. Вот такой вот просто огромный зеленый автомобиль с елкой на крыше. Фронт у нас 12 пар Арнольдов Нео. АТ-32, 6 штучек. И здесь вот такое вот оформление. Это БП-4 с портом по центру на 2-32 сабах. Как вы понимаете, мы с кайфом сейчас поедем повалим. Ну а вы наваливайте басухи, ставьте лайк этому ролику и приятного вам просмотра. Вот. И мы оказываемся за рулем вот этого зеленого монстра. Че, треки с меня опять, да? Да, да. Ты ж валишь твои треки. Все понял, сейчас сделаем. В общем, автомобиль надежный. Количество ошибок на приборке вы видите сами. Она просто отрыгнула от басухи. Да, конечно. Вот так вот, видите, эмоции выглядят ключи от автомобиля. Антиугонка. Так, ну давай, мы так пока на фоне что-то включим. Громкость 21, насколько мне помнится. А, раз, два, три. Стараемся разобраться для начала здесь за рулем. Тачка для меня новая и интересная. Обмен тачками, кстати, вышел на канале Alphard Group. Можете посмотреть. Там Витя катался на моем Discovery, а я вот сейчас катаюсь на его автомобиле. Я сразу, ну, этот, можно в свою сторону печку наволтаю, а то так, тут... Да? Честно говоря, аж немножко приболел, потому что мы валили с Витей 3 дня подряд, устраивали сходку. В общем, минус один валит 20 герц, доводит до соплей, честно говоря. Поэтому голос у меня такой немножко подзаложенный. А руль это так, ну типа... Ну нет, что-то происходит. А вот это что, это штатный мафан или что это? Да, да. А у тебя кассеты вставляются? Да, конечно. Аллу Пугачеву можно, нет? Или послушать, или Максим... Вот так. А, не, ну слушай, мягенько-мягенько идет, аж несмотря на то, что колеса большие. А какие у тебя колеса? 22? 22, да. 22. Нормально, у меня 21, чуть-чуть не дотянул. 24 надо сюда ставить. 24 по-любому надо, он вообще тогда прям четкий будет. Потолок у нас перетянут, фанера перетянута в кожу в ромбик. Здесь подсветочка сделана, что там, что тут. Она, я так понимаю, не работает, да? Ой-ой-ой-ой. Перешита торпеда, все здесь перешито, сидухи перешиты, подлокотник перешитый, Юра Горковенко постарался. Перешит, потому что машина стояла несколько лет, здесь жили собаки, сиденья нашли крысы. Поэтому весь салон, чтобы был нормальный, его пришлось весь абсолютно перешивать, абсолютно все элементы. Ну я тоже буду перешивать, но я торпеду не буду, руль у меня уже перешит, ручка КПП перешита, а вот салон с вот этой вот... центральной частью мы будем перешивать. Тоже Юрий Адам, он мне все перешьет. У меня есть идея, хочу сделать в стиль 4-го Discovery. Там и рисунок сам сидений, ну и кожу тоже, короче, будем под 4-й Discovery подбирать. В общем, как обычно, хорош пиздец провалить, да? Ну так, едем с кайфом по Ростову, короче, посмотрите, город такой приятный. Ну здесь серо сейчас на самом деле, снежочек вот лежит. Было холодно, до минус 7. Сейчас, конечно же, потеплеет, дедульку пропустим, да, на семерке. А у тебя 26-29 играет? Повыше. Играет, но 26-26 поинтереснее. Ну мы так, чтобы не простудиться сразу с первого трека. Надо простужаться сразу. Как румяна на щеках, мечтает об одном, найти мужика норм, но не в породе срехожей. Я не могу, 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 я не мог
дальше, но сопли в окно сразу полетели, я тебе скажу. Бля, витрит пиздец, конечно, я в ахуе. Бля, 32 сабы, это, конечно, 32 сабы. А чё, ну вот по всем пацанчикам, когда в продажу-то поступят? Не будет, да, таких больше? Чисто штатку меняют, да, получается? Ну да, ну в девятку. Да, активный 32-й САП. Активный 32-й, чисто на себя повесили. ML32А. Не будет такого? С комплектом проводки сразу. С мачете 800-й вот это, да? Не, ну 12900-й там сразу. Атом 12.5К Pro. Такой стоит прям в корпусе, прикинь. Чисто в КамАЗ такая активная акустика. Да, да, ну а чё? Ну что, друзья, мы едем на Escalade, блин, смотрите, какие огромные эти сабы. И тачка действительно крутая, надежная, надежный американец. И если вы ищете себе какую-то большую машину с надежным мотором, и с надежной коробкой, и за не сильно большие деньги, то, конечно же, идите на дром. На дроме всегда найдете только честные проверенные объявления. Более того, на любую тачку можно посмотреть отчет и проверить реальный пробег, количество владельцев, нахождение в залоге и розыске, и многое другое. А еще специально для вас оставлю интересную информацию про мой Opel по ссылке в описании. Просто скачивайте дром, вводите Cadillac Escalade 2004 года, находите эту тачку и в фотках найдете информацию, что с моим Opel. Так, вижу автобус. Не вижу препятствий, как говорится. Сейчас попробуем перестроиться и дать по трусам. Чел, кстати, налога не был не очень доволен. Ну да. Ну на 27 видишь, больше лета даже. Да, да. Хуярит вообще нормально. Ярик, блядь, текай нафиг. Знаешь, что интересно? А повыше? 31-35. Да, все есть у нас. Не прикольно, а вот 35 прям нормально, вообще прям хорошечно дает по трусам. Ты еще в моменте, я прям почувствовал регулятор чуть подбавил. Да. Я стреки не знаю, поэтому я, знаешь, подваливаю там в моменте. Подваливаю в моменте. Ну, короче, не, прикольно на самом деле. Верха тоже есть. Я не думал, что на самом деле вот 32 могут нормально верха играть. Но он где-то на самом деле пикует высоко на 45 герцах. Я просто не слушаю за счет того, что ход меньше, значит, вообще нет. Ну да. Соответственно, у меня всего два мотора, и какая бы там ни была катушка, она все равно нагревается. А катушка там, ну, 5-литровое ведро примерно такое. Ну, да. Вот такая реально у тебя катуха. 8 дюймов спокойно можно надеть на голову, как корону и ходить. Царь СПЛ, понял? Подполковник сабвуфер, чисто шляпа подполковника сабвуфера. Блин, ну тоже хочется эти 32 сабы-то теперь. Пиздец, они огромные. Я, кстати, там как-то ездил. С кайфом в порту, да. Да, да, сидишь, удобно, хорошо, главное не валить. Куда поставить? Знаешь, вот эти раскладные туристические, чисто такие два. Я придумал тебе рубрику. Ставишь два туристических стула, микрофоны и подкасты в порту. Калик посередине и поедем. Да. Вот сюда прям. Thank you.
Ну нормально, да, потряхивает? Да, нормально, да. Ну кайф. Слушай, мне кажется, Ростов предназначен просто для автозвука по городу. Вот просто едешь, скайп, вот все такая... Где музыка? Где музыка? Сейчас будет! Повеселило, что когда мы дали 35 герц, у тебя еще значок Акума загорелся. А он периодически загорается, это независимо по сути. А, да? Да? Кстати, кто в Ростове будет, так вот, вот Вкуснолюбов блины, короче, делают. У них топовые блинчики. Тебе не нравится, да, там? Не, нравится. Нравится? Ты просто как-то сказал, когда вот это... Ну, потому что кушать пошли с тобой в мегу. Блин, ну клево. А сколько расход у него? Вот так вот. Слушай, по городу на 1000 рублей... Я проезжаю где-то 60, ну максимум 70 километров. Ну, короче, часа на два хватает. Ну, в город выехать по фестивалю, тут полторашка-двушка отлетела. То есть где-то по городу 30-ку он хавает. По трассе он хавает, ну, 16, 15-17. Бля, и 95-й, да? Да. Вот так вот, пацаны. А вот была бы четырка на восьмиклопе, был бы расход 8. Но в четырку он не залезет, такой сап, единственная проблема. Бля, а сколько они весят? Слушай, сап где-то весит, ну, в пределах 100 килограмм, то есть он не такой тяжелый, как... Ну да, такая чисто кастрюля, да, с пловом. Да, его просто неудобно выходных, да. На выходных, блядь, проебал. Больше нет, ты уже уезжаешь? Да, я уеду уже сейчас, да. Ладно, все, давай. Давай. А давай посмотрим, нам как вообще выступают. Сразу на! А как водика моргнуть? А он посреди. Все. Слышь, нихера, реально. Ехал бы я бы на Матизе бы с тобой, нам бы хуй бы кто дорогу уступил. Да не уступили бы, не уступают, ты чё? А тут вот это 22-е колесо просто выворачиваешь на пол дороги. И все сразу останавливаются. Ты этот, не располагаешь временем, да? Я просто, не, меня не отпускает моя идея в кексе поесть. С кофе. Пойму, давай снимем. Чисто, когда я приехал... Чисто вот работать надо. Давай по-быстрому с ним, давай в кек заедем, потом там поживем. Реально, Витя позвал, говорит, я, говорит, монтирую, сижу, говорит, времени нет. Да поехали на Кадиле покатаемся. На Кадиле, потом поживем, блин. И в итоге сейчас на меня ругается, что я и туда хочу, и туда хочу. Есть. Слушай, вот, я говорю, почему по Ростову надо валить. Вот люди с кайфом, смотри, сразу подъехали. Чё, музыка есть, а наболтаешь. Специально для бас-влог. Пробуска трека. Первое, что сделал, это высушило губы нахрен вообще, да, просто. Да, да. В
всего просто, слушай, люто. Battery not charging. У тебя не заряжается? Да, получается так. Пошел, пошел. Хорош. И два, и мы такие. У нас скорость разгон примерно такая же. Почти распятая. Просто не стали гоняться. Да, 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 да. Магазин был. Твой, мой, что ли? Моя точка, да. Понял. А у меня знаешь что? Я сейчас, ну, видел, не видел. Это, вырастил сеть Ростикс. Ростикс. Это мое, если кто не знал. Двигаемся, получается, по бизнесу. Ну да, да, да. Че, я подумал. Один магазин, два, и открою, пожалуй, крылышки буду продавать. Надо же как-то на сабы зарабатывать. Сейчас выгоню. Вы напугали деда. Вон кекс. Поехали отсюда, кекс. Да давай пожрём, ну пожалуйста, ну Витя. Бля, по таким улицам валить вообще кайф, да? Причина кошмара, что к тебе приходит. Всем пизда вообще в этот момент. Гордость. Я тебя полностью. Ты без движения, голову тянет как якорь. Я затихаю. Шапку не проебал, ты видел? Бля, хорошо, прям хорошо. Ты видел, что там с Рестиком происходило, нет? Да, да. Пришел, блядь, похавать нахуй, убил кого так вот в руке. Не, под эту тачку этот трек вообще не подходит. Подходит. Да не подходит. Надо под что-то вот такое, наверное, двигаться. Ну нихуя, у тебя даже стерео? Да. Лево-право, дядька. I'm
еще один трек, вот чисто под Кадиллак. Блять, вот я когда, если бы я купил себе Кадиллак, это был бы первый трек, который я бы включил. Там в замене масла пизда пришла, пока мы на светофоре стояли. Чистый их соломенный домик нахуй мог развалиться там, мне кажется, если бы мы еще два трека бы простояли. Это же прикольно, реально Ростов создан для Валева. Все кайфуют, все кайфуют. Все выходят, пальцы вверх, да, заебись, блядь. Клево, вообще клево. Куда приехали? Мы возвращаемся в цитадель автозвука, Ростовская область, юга России, в Альфа-Откастом, где стоит... Discovery стоит. Наглухо выпиленным оформлением. Но все предполагают, что там 45-е сабы будут почему-то. 45-я серия. Ну посмотрим. А прикинь, никто не угадает, там на его будет. Блять, да это тогда даже я нахуй не угадаю. Такой приезжаешь, нифига себе. Да. Приехали. Вот так вот мы покатались, повалили. Так-то он, видите, красненький вообще раньше был. Слушайте, прикольная тема. С кайфом прокатились вот на таком вот мы Escalade. Или Escalade, пишите как правильно в комментариях. Видите, конечно, подгорает сегодня. Правильно Escalade. Или Escalade. 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 А вот почему я так говорю вот тогда? Я не знаю. Прокатились, повалили. Еще дела в Альфа-Откасте все у нас имеются. Поэтому вот такой вот проектик у Вити, у Альфарда. Ну, мощи подбавить и вообще песня будет. Да. Переделки будут в сезоне? Слушай, я думаю, будут переделки по усилителям. Но и в по планах. Питанию. Да, и по питанию, конечно. А то ездить на 12 вольтах на своих. Надо, необходимо. Срочно. Ну уже да. Ну и можешь красоту навести, ну или как всегда не успеем, потому что в последний момент будем выезжать. Да ты хотя бы елку сними, и уже как Слушай, бы хорошо будет. Ну да, ну февраль уже близко к марту. Ля, если ты так будешь в июне ездить, я вообще хохотать буду. Чисто на автобезумие, приехал в августе такой. Пацаны, с Новым годом! Там уже нету ничего. Просто голая такая ель. Чисто ветки такие, да. Короче, друзья, вот такой у нас выпуск получился. Надеюсь, вы кайфанули от просмотра. Покатались вместе со мной на Escalade. Пишите ваши комментарии, как вам. Может быть, какие-то треки нужно было вальнуть. Еще не раз, я думаю, мы прокатимся. Поэтому ставим лайки, подписываемся на канал, если вы оказались здесь впервые. Всем хорошего настроения, удачи и пока.